Здравствуйте. Сегодняшний выпуск энциклопедии узлов я посвящаю крючкам. То есть я попробую показать все самые известные способы и самые принятые в рыбалке. Как завязать крючок, как его привязать на удочке, на переметах, привязать его так, чтобы он был на петле, или привязать его так, чтобы он был жестко завязан за цевьё крючка, или привязать его так, чтобы он был как бы заодно вместе с леской, жестко связан с леской. То есть много разных способов. Я постараюсь охватить самые-самые известные, при этом я попытаюсь прием завязывания показать на веревке, а потом покажу обязательно, как это завязывается на крючке. Или некоторые, может быть, я сразу покажу на крючках. Начну я эту сессию с крючками с очень известного и надежного узла. Называется он, этот узел, клинч. Конечно, в русском языке названия этого нет. Это взято с английского, клинч. И, в принципе, он называется по-английски improved clinch, то есть улучшенный клинч. Но так как в русском названии других клинчей нет, я покажу именно этот узел. Сейчас я вам покажу, как его завязывать на веревке, медленный, чтобы вы поняли саму структуру, схему завязывания. А потом я покажу, как завязать крючок. Ну, на веревке вы в цевьё вставляете конец веревки и накручиваете конец веревки 2-3 раза здесь, вокруг основной веревки. Вот смотрите, вот образовалась здесь петля, и я 2-3 раза здесь сейчас поверну. Вот так. Дальше вы конец этой веревки вставляете в эту петлю. И вот дальше вы вставляете вот в эту петлю образованную. Вот это я показал вам. И после затяжки, а он затягивается, естественно, этот узел. После затяжки вот этот узел затягивается настолько хорошо и надежно, что можно потом отрезать достаточно близко конец этой веревки. И это вот самый... Я почему его первым начал? Потому что я всегда завязываю этим узлом крючки. Для меня он кажется один из самых надежных. Теперь я покажу, как завязать его на самом крючке леской. Приближу немножечко поле деятельности. Вот таким вот образом. Вот. Берем леску. Что мне нравится, также, что это очень достаточно быстро завязывать. Вставляете в цевьё. И я вот как делаю? Вставляю палец и вокруг пальца оборачиваю. Раз, два, три. И дальше я вытаскиваю палец, вставляю сюда, в эту петлю конец. И тут же вставляю вот в эту петлю конец. То есть очень-очень удобно, быстро, быстро, надежно. Смочить, если... Смочить, он завязывается, и дальше вы отрезаете, и все. Вот и все секреты узла клинч. Переходим к следующему узлу. Следующий узел я хочу вам показать. Это узел зажатая петля, я ее так называю. Значит, я вам покажу его прям сразу же на крючке. Этот узел хорош тем, что вы можете привязать крючок даже где в цевье нет дырочки. Ну, значит, лопаточка. Значит, крючки продаются часто лопаточкой. Для того, чтобы привязать такой крючок, вы образуете петлю. Вот таким вот образом вы берете и вдоль крючка кладете леску. Образуете вот такую петлю и начинаете ее обматывать. Не сильно,
3, 4, 5, 6 раз обмотали. И вставляете вот этот конец лески в эту петлю. Почему я его называю зажатая петля? Потому что после этого я протягиваю эту петлю через все эти обмотки. Вот таким вот образом. Вот она протянулась. И затягиваю. Вот получился очень-очень надежный, хороший. Я все время, все мое детство, пока я не знал узла клинч, я завязывал его именно таким узлом. Зажатая петля. Здесь можно отрезать, не боясь, под самый-самый корешок, потому что вот я покажу сейчас. Вот, смотрите, получается, что кончик лески выглядывает прямо из петель. И это получается одна из самых, ну, таких, один из самых надежных способов завязывания крючка, если вы хотите, чтобы у вас леска и крючок были на одной линии. Вот как бы и все секреты с зажатой петлей. Естественно, вы можете леску вставить в цевье, и тогда у вас крючок получится немножко под углом. Как кому нравится. Перейдем к следующему способу завязывания крючка. А сейчас я хочу показать, как привязывать крючок, используя петли. Все, наверное, этот способ знают, но так как он существует, я хочу его показать. Например, если вы на конце лески хотите привязать крючок, я обычно делаю петлю. Петлю можно любую делать. Я имею в виду сначала петлю, не вставляя в петлю еще крючок. Например, я люблю делать так называемую хирургическую петлю. Вы берете и складываете вот такую. Хирургическая петля хорошо описана у меня и в 14 петлях, и отдельно. И я вам дам здесь в видео ссылку, линк. Вы берете и обыкновенным, как бы делаете сначала обыкновенный узел, но вставляете петлю, как бы его неодинарный узел. Сейчас я. Вот так-то. А двойной узел вы два раза вставляете в петлю конец петли. Вот таким вот образом. Вот получилась петля. И, соответственно, значит, привязывание крючков петлей, у вас толщина лески должна быть, по крайней мере, не более, двойная толщина лески, не более диаметра цевья. Вставляете, обносите крючок, вот и как бы все секреты крючка на петле. Я обычно что еще делаю? Я инвертирую вот эту петлю и затягиваю. Вот таким вот образом. На маленьком цевье он достаточно хорошо образует вот такой вот узелок. Давайте я вам покажу. Если, конечно, возьмет камера. Резкость. Вот. Вот так вот на петле. Второй крючок, между прочим, если у вас грузило поверх, то второй крючок я обычно петлю делаю одной. Это опять на петле. Это делаю подвесную петлю. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Продеваю туда. Подвесная петля, я тоже дам ссылку, как ее делать. Вот у вас подвесная петля, естественно, второй крючок вы вставляете сюда. Сюда же обносите его. Вот у вас прекрасно получился и первый крючок, и второй крючок. Если вы ловите по дну, значит, поверху вы делаете еще одну подвесную петлю и на нее вешаете груз. Так, для глубоководной ловли. Вот я вот такой груз обычно испытываю. И практически это готовая снасть для рыбалки. А сейчас переходим к следующему способу завязывания крючка. А сейчас я вам покажу, как завязать крючок узлом Давида. Есть два их.
Узел Давида и двойной узел Давида. Сначала я покажу узел Давида. Узел Давида выполнить достаточно просто. Вы делаете сначала обыкновенный, завязываете обыкновенный узел. Вот так, таким вот образом. Вот смотрите, я сейчас еще раз покажу. Вставляете сверху. Потом делаете прямой, обыкновенный, простой узел. Вот так, простой узел. И дальше вы вставляете, вот если у вас леска выходит из этой петли сюда, то вы вставляете ее с обратной стороны петли. Вот так. И затягиваете. Вот получается узел Давида. Его придумал Давид Волтер в 50-х годах на одном из соревнованиях рыбацких по созданию крючков, по созданию узлов для завязывания крючков. Вот, вы можете обрезать его. Сам Давид считал его надежным. Я как бы сомневаюсь в том, что он будет держать надежно, но вот такой узел существует. Конечно, более надежный узел – это двойной узел Давида. Сейчас я вам покажу его. Значит, сейчас я вам покажу, как делать двойной узел Давида. Делаете то же самое, вставляете сверху. Вставляете сверху. И делаете узел. Так же, как и в обыкновенном узле Давида. Но теперь вы этот конец дважды оборачиваете вокруг этой стороны петли. Дважды оборачиваете. Раз и два. И после этого затягиваете. Вот, я думаю, что вот этот узел намного, намного удачнее, намного надежнее. Хотя прочность наверняка та же самая, потому что структура узла такая же. Здесь можно обрезать. Я предпочитаю в таких узлах, где только одни скрутки, отрезать, оставляя миллиметра 3, 4, 5. Вот так вот. Вот, я думаю, что достаточно понятно, без всякой веревки, как он делается. Как делать узел Давида и двойной узел Давида. Сейчас вот. А сейчас я вам расскажу, как привязать крючок узлом, который называется кнутовый узел. По-английски он называется shell knot. Shell – это оболочка. И почему оболочка? Потому что мы, как и в обратной петле, попытаемся конец лески затянуть петлями самой же лески, и чтобы конец был под петлями. В этом вся идея этого узла. Он исполняется немножко посложнее по сравнению с зажатой петлей, но не так уж и сложно, чтобы его не повторить. Вот давайте я начну показывать, как его делать. Вы вставляете в цевьё леску, и потом вы вставляете еще раз в ту же самую сторону, проводя конец вдоль крючка, удерживая пальцами его. Вот таким образом. Вот образовалась вот такая петля. Теперь ясно, что мы будем делать. Мы этой петлей будем делать обороты вокруг крючка и вот этого конца лески. Как это делается? Берется вот для этого, я специально большой сделал петлю, вот таким вот образом, и одевается вот так вот. Раз, два, вот так вот. Три, четыре, вот так вот. Следите за моей рукой. Пять, шесть, семь, восемь. Вот я теперь, вот видно, я накрутил, много петель сделал. Теперь, что хорошо, вот это я теперь могу потянуть за конец лески, и эта петля исчезнет. Эта петля исчезнет. Вот и получился. Вот и получилось. Вот такой вот узел с накрученными петлями. Конец торчит из-под петель. Считается достаточно прочным. Ну, естественно, очень прочным. Но недостаток есть: при завязывании деформируется леска, потому что протягивается все это сквозь петли.
Вот это большой участок. Ну и тоже манипуляции пальцами здесь. Но она, кто привыкает, достаточно быстро все это делается и надежно. Сейчас я вам покажу поближе все это. Вот так-то. Вот видите? И вот, вот конец торчит прямо, прямо из петель. Вот и все секреты кнутового узла. Переходим к следующему способу завязывания крючков. А сейчас я вам покажу, как завязать крючок универсальным узлом. У меня есть уже фильм «Универсальный узел», его еще называют УНИ. Этот фильм «Энциклопедия узлов», можете посмотреть. Но я покажу здесь не только, как его завязывать веревкой, но и покажу, как завязывать его на крючке леской. Этот узел широко распространен, он такой же надежный, как клинч, и многие даже предпочитают его клинчу. И он достаточно прост и завязывается быстро. Но сейчас вы увидите, сейчас я покажу вам, как это делается. Вы вставляете веревку в карабин или леску в цевье. Дальше вы образуете вот такую вот петельку. Вот такую вот петельку. И дальше все очень просто. Вы петельку кладете поперек двух веревок. Берете это вот таким вот образом в левую руку, кто правша, в правую руку, и конец веревки или лески оборачиваете 2-3-4 раза вокруг этих двух веревок в этой петле, проходя внутрь петли. Раз, давайте, два, что так, два, три, вот. Вот получилась такая штука. Потянули и зажали все. Вот получается вот такой вот симпатичный узел, зажатый вот этой петлей здесь. Он такой, вот можете посмотреть на него, на структуру его. Я все равно предпочитаю клинч, но рыбаки вот очень любят такой узел. Я из-за того, что как бы вот конец лески захватывается одной только петелькой, я, конечно, предпочитаю оставлять конец здесь подлиннее, не так, как у клинча. У клинча можно прям под конец обрезать, а здесь 3, 5, 10 миллиметров для того, чтобы не развязался этот узел при нагрузке. Или не только при нагрузке, а когда рыба трепещется. Или... Вот, а сейчас я вам покажу, как завязать все это на крючке. Просто для того, чтобы вы понимали, как это легко это и быстро делается, как это легко и быстро это делается, манипулируя крючком и леской. Вот. Берете леску, вставляете сюда. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Раз. Вот смотрите. Вот у меня получилось вот так-то. Вы уже посмотрели, как веревки делать, поэтому все достаточно быстро, легко, легче, чем с веревкой. Вот такая вот штука получилась, если вы видите. Затягиваете. Вот этот узел называется УНИ. Дальше я его обрезаю, все время оставляю так-то миллиметров 5. Вот и все секреты. Хороший узел. Переходим к следующему узлу. Вот подошла очередь показать, как завязать крючок узлом Orvis. Этот узел был создан Ларри Бейкером, и этот способ уже есть в энциклопедии узлов. Но, правда, я показываю на веревке, а не на крючке. Я сейчас тоже покажу сначала на веревке, для того, чтобы была понятна структура, как его завязывать. А потом покажу на крючке, как быстро и удобно он завязывается. Структура его немножечко похожа на клинч. Вот, то есть вы как бы образуете петлю,
сначала одну, потом оборачиваете. Вот запомните, как я оборачиваю. Снизу оборачиваю конец веревки, провожу снизу основной веревки, потом вставляю с этой стороны в петлю, и получается вот такая вот здесь вот эта петля. Вот запомните, вот эта петля очень важная. Почему? Потому что вокруг этой петли я этим же концом веревки оберну там 2-3 раза. Вот опять же оборачивать, вы начали отсюда, вот в эту сторону петли и вставлять его. Раз, два. Ну вот я на веревке пару раз оберну, чтобы было легко затягивать, потому что он не так-то легко затягивается. Вот. Значит, вот видите, он изгибается вот таким вот образом, поэтому как бы считается, что он немножко такой страшноватый, этот угол, узел. Видите, в нем как бы накручено всего. Но, тем не менее, чем он хорош, потому что конец лески выходит прямо из узла, из сложного, и из-за этого он считается довольно-таки надежным, и его можно обрезать под конец. То есть прямо под конец, под самый узел конец лески можно обрезать. Вот, я надеюсь, вы структуру его поняли. И сейчас я вам покажу, как он достаточно быстро и легко завязывается на крючки. Леска и крючок. Сейчас я приближу, как обычно, вот таким вот образом. Чуть-чуть, вот так-то. Вот берете крючок, я обычно с этой стороны вставляю. Вот, я опять вставляю палец сюда вот, чтобы было удобно. Я всегда вставляю, если вы делаете петли, я сюда вставляю палец. Это сюда, вставляете сюда, и все. И я дальше как бы все бросаю и оставляю только вот эту петлю пальцами. То есть вот как бы все болтается. Самое главное теперь вокруг этой петли обернуть 2-3 раза. Вот так-то. Естественно, хорошо бы это смочить все, но даже без смачивания, вы видите, все завязывается достаточно хорошо. Вот он. Не буду я вам близко его показывать, потому что я уже показывал структуру его. Но вот вы можете обрезать его практически. Упор здесь, и этот узел будет достаточно надежным. Вот и все секреты узла Orvis. Хороший узел, между прочим. Рекомендую пользоваться и спробовать когда-нибудь. Переходим к следующему приему привязывания крючков. Дошла очередь до узла Palomar, то есть как привязать крючок узлом Palomar. Я не буду показывать ее на веревке, потому что он настолько прост, что можно легко понять принцип его завязывания прямо напрямую на крючке и леской. Его ограничение только одно. Вы делаете петлю, и вот через цевье должна проходить вот петля от леса. Двойная, как бы двойная толщина лески. Вот и все ограничения. Вот вы делаете вот такую петлю, вставляете в ушко, и дальше вы делаете самый простой узел этой петлей. Вот сделали простой узел. Вот видите? Вот он, простой узел. Проще некуда. И быстрее некуда. И дальше вы эту петлю продеваете через весь крючок. Вот и все. Вот и вся структура узла Palomar. Получается, его, конечно, смочить лучше, но затянули его. У него, что хорошо, леска выходит в том же направлении. Отрезали ее буквально 5-10 мм. И считается узел достаточно прочный, по прочности не уступающий самой леске. Опять же, единственное ограничение, что цевье, отверстие в цевье должно пропускать две лески, две толщины лески. Вот все секреты узла Palomar. Я надеюсь, вы хорошо это поняли прямо напрямую из завязывания на крючке леской. И переходим к следующему способу завязывания крючков. Я вам сейчас покажу один из
очень интересных узлов, который образует не затягивающуюся петлю. Этот узел называется узел Рапала. Это рыбацкий узел. Его очень часто применяют для привязывания блесен, когда они хотят, чтобы леска сильно затянула ушко блесны. Я обязательно покажу его сначала на веревке, потому что он достаточно сложный узел, хотя завязывается очень быстро и легко. Я имею в виду, когда знаешь структуру его и как его вязать, достаточно просто вяжется. Что вы делаете? Сначала вы делаете самый обыкновенный простой узел. Петлю, создаете петлю из простого узла. Вот таким вот образом. И дальше конец лески, веревки вставляете ушко, ушко. И естественно, что вы вставляете леску тоже в ушко образовавшейся петли. Я ее все время вставляю с той стороны, откуда заходит петля. Видите, откуда заходит петля, которая входит в этот в крючок. С этой же стороны. Дальше что я делаю? Вокруг основной лески оборачиваюсь 2-3 раза. Я вот оберну пару раз. И дальше вы вставляете это в эту же петлю. И этот узел, вот, то есть конец веревки, возвращаете в образовавшуюся вот в эту петлю. Вот сюда вот. Раз. Вот так вот наворочен такой вот узел. Узел Рапала. Вот получается здесь вот такая вот достаточно сложная петля, не затягивающаяся. Ну, естественно, на леске я вам покажу, она достаточно хорошо укладывается. Вот это называется узел Рапала. Так, вот сейчас я вам покажу, как его завязывать на крючке. Сюда. Окей, приблизим немножечко, чтобы вам было лучше видно. Вот таким вот образом. То есть, опять же, берете леску, делаете самый обыкновенный узел, создаете петлю из простого узла, вот так. Вставляете конец крючок, вот так. Оставляете петельку, какую вам хочется по длине, но обычно не очень большую. Вставляете это же сюда же. Вот так. Оборачиваете 2-3 раза. Здесь попроще с леской, она скользит получше. Вот. Возвращаете этот конец в эту же петлю. И вот видите, тоже это все делается на руках очень просто. И возвращаете, можете отсюда вот, возвращаете сюда. Все. Вот он получился как бы крючок на петле. Но в данном случае, вы обрезаете здесь, но в данном случае петля не входит там двойной, как говорил, крючок на петле. А вот в данном случае эта петля проходит через цевье. Вот достаточно надежная, не затягивающаяся петля. Вот таким образом можно привязать крючок или блесну. Вот все секреты узла Рапала. Всего хорошего и до следующего способа привязывания крючков. Сейчас я вам продемонстрирую, как завязать нескользящий монопетля узел, non-slip monoloop. Конечно, мне стоило ее, наверное, показать прежде, чем делать узел Рапала, потому что узел Рапала – это как бы продолжение узла, ну, вот этого нескользящей монопетли. Я покажу сначала на веревке, опять же, для того, чтобы было понятно, а потом покажу, как завязать крючок. Так же, как и в узле Рапала,
вы завязываете узел простой, образуя петлю простым узлом. Дальше то же самое вы вставляете в цевьё, то же самое проводите конец лески через петлю, образованную простым узлом. Дальше вы можете несколько раз обернуть, 2, 3, 4 раза. Там как бы побольше можно по сравнению с рапалой обернуть, давай 4 раза. Почему? Потому что этот конец вы сейчас вставите в эту петлю, образованную узлом, и на этом формирование узла закончится. Вот и закончилось формирование узла. Это тоже нон-слип. Значит, в отличие от того узла, естественно, что нет возврата, и этот конец лески или веревки смотрит в ту же сторону, как смотрит и петля. Какой из них надежнее, какой из них лучше, я не буду здесь дискутировать. Этот узел намного проще завязать. И естественно, что это относится, опять же, к петле, вставленной в цевьё. Это очень хороший узел для привязанной легких плесен. Ну, давайте я сейчас еще покажу, как завязывать его на крючке. Поближе, опять же, к вам. Вот. Сейчас я покажу, как его завязывать, как его делать на крючке. Очень быстро, достаточно быстро делается, что для рыбалки, конечно, очень здорово. Вот такой, видите, петельку, бросаете ее, вставляете. Вот. И дальше опять же вставляете, опять же с той стороны, откуда заходит эта петля. Оборачиваете несколько раз, вот так-то. Вот так может делать. Я палец вставляю в эту петлю, оборачиваю несколько раз. И потом, не глядя, даже ночью можно вставить конец лески в эту же петлю. И на этом все закончилось. Вот такая вот получается хитренькая штучка. Петелечка не затягивающаяся. Можете обрезать. Оставляйте обязательно 5-10 мм. Потому что всего выходит через одну петлю конец. И для надежности надо всегда... Вот все как бы секреты монопетли. И переходим к следующему способу завязывания крючка. А сейчас я вам покажу узел. Называется этот узел Сан-Диего. По-английски называется Сан-Диего Jam Knot, то есть зажатый узел. Это узел для завязывания крючков. Его у меня нет в энциклопедии узлов, поэтому я сейчас покажу вам очень осторожно, аккуратно на веревке, чтобы вам была видна структура самого узла. И потом я завяжу крючок этим узлом. Делается он так. Вы вставляете конец в цевьё, образуете достаточно большую петлю, вот так вот, вот такую вот, чтобы можно было взять вот таким вот образом и начать обмотку вот этого конца вокруг петли. Вот так это. Вот я пару раз обмотаю. Значит, в чем смысл после этого? Вот видите, вот конечек, вот он здесь инвертировался, вот такой вот. Вы конец лески вставляете в этот конец. Вот. И все. И дальше вы затягиваете. Это затягиваешься, естественно. Узел. Вот таким вот образом. Вот получился вот такой вот интересный узел. Вот вы можете посмотреть его. Такой вот интересный узел с выходом конца в сторону основной лески. Вот он. Я не сразу вам показал. Вот. Сейчас я покажу внимательно. Вот такой вот узел. И он считается достаточно надежным. Сейчас я покажу, как его сделать с крючком, как крючок привязать. Но крючок привязать, как всегда, на веревке это не очень как бы видно хорошо, как это быстро и удобно завязывать такие вот узлы. Но давайте я вам покажу сейчас. Леска. Вставляете в цевьё. Дальше вы обматываете вот таким вот образом. Обматываете несколько раз,
и вставляете сюда. Вот. Все очень просто. Получается достаточно симпатичный узел. Тут немножечко петли инвертируются, зажимая конец вот этой лески, поэтому ее можно обрезать. Всегда, когда леска, ну, такие вот узлы, то нужно оставлять 5-10 мм конец, чтобы узел не развязался. Вот и все секреты узла Сан-Диего. И перейдем к следующему способу завязывания крючка. Сейчас я вам покажу достаточно хороший узел для завязывания крючков. Называется узел Trailing Knot. И по-русски он также называется Trailing. Просто повторяю английского названия. В нем есть особенность, конечно. Это очень хороший узел, с моей точки зрения. И у меня он есть в энциклопедии узлов. Можете его найти и посмотреть. Я его там показал, как на веревке делать. Здесь я хочу показать его, как я делаю его на крючках. Потому что одно дело на веревках, а практика, ну, то есть, она очень важна. Одна особенность, что цевьё ушка, это все делается через цевьё, и цевьё ушка должно быть достаточно большим, чтобы поместить две толщины лески. Как оно делается? В цевьё вставляете конец лески, и второй раз в то же самое место, образуя как бы такую двойную петлю. Вот так-то. Я всегда использую палец, чтобы эту двойную петлю удерживать. Вот я вот так это держу, для того, чтобы потом вот этот конец обмотать вокруг основной лески. Вот я держу вот так-то и обматываю. Все очень достаточно просто и легко делается. Вот, дальше что делается? Дальше вы берете и вставляете, вот конец обмотали вокруг основной, и вставляете в эту двойную петлю. И затягиваете. Вот и все. Лучше, конечно, смочить. Вот. Достаточно надежный узелок получается. Вот я его сейчас вам покажу поближе. Прямо, чтобы вы видели. Вот. Вот такой достаточно симпатичный узел. Торчит в сторону конец лески. Вот такой вот узелок. Я рекомендую его. Он достаточно прочный и надежный. Но все равно конец все-таки лесочки я оставляю 5-10 мм для надежности. Все, переходим к следующему способу завязывания крючка. Завершаю я свою серию видеоролика «Как привязать крючок» очень таким необычным способом. Называется по-английски он egg loop knot, или в переводе на русский язык это яйцовая петля узел. Ну, я его называю просто узел яйца. Почему они так его называют, у меня идеи нет, но это в принципе способ завязывания крючка на поводок. При этом, вот, ну, я отрезал вот поводок, потому что нужно использовать оба конца лески. Вы просто на конце, значит, удочки вы не сможете привязать, сделать такой узел. Этот способ нужен на длинных крючках или на любых крючках, на которых нужно удерживать вашу наживку. Например, насадили шримпа. Если вы часто бросаете его на рыбу, на красную рыбу, например, на салмона, то наживка может слететь. Создав здесь петли из лески, петли служат как бы, они трение создают и удерживают наживку в самом крючке. Делать его, в принципе, как бы сложно, но и с другой стороны достаточно просто этот узел делать. Вы вставляете в цевьё, значит, конец поводка, и создаете приблизительно до половины крючка, накручиваете петли. Вот таким вот образом. И накручиваете петли. Достаточно туго. Петля к петле, чтобы все было достаточно симпатично, красиво. Вот я сейчас это делаю. Сейчас я накручу. Естественно, нужно поводочек сразу оторвать побольше длины. Вот. Дальше, как бы, ну, я вот намотал здесь до определенной
до определенной длины крючка. Дальше что вы делаете? Удерживая все это, вы второй конец берете и вставляете его в другую, опять же, в цевье, с другой стороны цевья. Вот образуется вот такая вот петля. Вот такая вот петля образуется. Но она, вот я рекомендую сделать ее так, чтобы она свободно болталась. И дальше вы придерживаете пальцем эту петлю, и вот эту сторону петли вы вставили в цевье. Ее вы не трогаете. Дальше вы делаете намотку вокруг всего вот этой стороной петли. Давайте я ее побольше сделаю, чтобы можно было делать намотку. И вот таким вот образом делаете намотку. Вот таким вот, этой стороной петли. Вот так вот. Вот так вот. 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 Еще раз. Ну, можно еще раз. Можно еще раз. Вот так вот. Дальше вы просто протягиваете эту леску сквозь эти петли. И вот у вас получается вот такая вот штучка. Вот такой вот красивый узел. Вот на этот узел вы теперь можете насаживать. Но если вы дальше сделаете, намотаете, то можно практически по всей длине крючка сделать эти петли. Вот я сейчас покажу поближе все это, как все это выглядит. Вот это. Вот так вот все выглядит. Сейчас я. Вот таким вот образом. Вот так все это и на интернете показывают, и везде. Вот этот узел очень интересный. Все, вот все секреты узла яйцового, давайте скажем, узла. И спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал. Подпись всегда я ставлю сверху с левой стороны. Это линк. И спасибо вам за просмотр. Еще раз посетите нашу веб-сайт, где у меня расположена энциклопедия узлов. Там прямо на первой странице вы увидите. И всего хорошего, до свидания. И увидимся на следующем видеоролике.